Всем привет, ребят! Сегодня мы будем обновлять Windows на последней версии. Точнее, мне пришло обновление. Обновление безопасности. Вот напоминает такой вот компьютер, моя система, видеокарта, версия драйвера, процессор, оперативка. Здесь 71 Гц, это разогналы. С 60 до 71. Чтобы вы не путались. Вот у нас 16 идет в оперативке, вот процессор у нас, вот основной, Core CLS 480, еще один, и гибридный накопитель сидит 2 терабайта. Так, нам это сейчас не важно, нам сейчас важно обновление, вот такое обновление, накопитель, обновление пришло мне неделю назад. Я еще хотел до этого обновиться, но все, не хотел, то есть вот, на второй месяц. Это февральское обновление, сейчас у нас март, 2019.02, накопительное обновление, это фреймворк 3.5 и 4.7.2, для версии 10, версии 18.09, для 64 разрядных систем, КВ 448-65-53, ожидается скачивание. Ну что, поехали скачивать обновление сведения сборки для начала, посмотрим. Вот моя версия 17.09, дата установки 3.10.2017 года. Это я не знаю, либо установки чего, Windows, непонятно. Вот сборка операционной системы 17.76.3.316. То есть 17.763.316. Вот тут процессор виден, оперативка, код устройства и прочее. Так, сколько у нас сейчас в хранилище доступно памяти, нужно посмотреть обязательно. Так как мы видели, 45,8 гигов у нас доступно памяти. Написано 45,8. Надеюсь, вам видно. 45,8 гигов свободного места. Это просто я F4 нажимаю, и у меня сразу же вот эта хрень сверху. Если что, не переживайте. Ну что, скачиваем обновление. Скачивание приходит довольно быстро. Установка скачалась довольно быстро, выполняется установка 90%, ожидается перезагрузка. Теперь требуется перезагрузить. Да, вот теперь значок загорелся, ваше устройство будет перезагружено не период активности, но мы можем сейчас перезагрузиться, чтобы потом нам не ждать. У нас сейчас время 9 часов 47 минут. У нас сейчас 10 марта 2019 год, 9 часов 47 минут. 10 марта 2019 год. Обновление мне пришло примерно где-то 4-5 числа. Это, может быть, даже 3 числа пришло. Так как я сейчас не смогу записывать видео, потому что я записываю через Shadow Play, мне придется включить камеру телефона. Поэтому вы получите вторую часть. Телефоном будет залита вторая часть телефона. Это будет продолжение. Будет подписано как продолжение часть 2. Сейчас я включу телефон.
Все, телефон я включил. Нажимаю перезагрузить сейчас. Мы перезагружаемся, что Play, естественно, включается. Компьютер идет перезагрузку. Но чтобы не потерять запись, мне пришлось включить телефон. Телефон на запись. Это будет продолжение с надписью «Продолжение, часть 2». Чтобы не пропустить, что там и как было. Напоминаю, время 9:49.